чем сегодня хотелось бы поговорить. Начнем, наверное, с того, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы показали процесс установки Bittrex, процесс запуска, посмотрели, как выглядит сайт с точки зрения посетителя, да, как видит его наш посетитель. Мы поговорили о том, что такое адаптивный дизайн. У нас тоже сегодня это заявлено в программе, я это немножечко так коротенько совсем коснусь. Ну и, в принципе, можно сказать, что мы запустили интернет-магазин, да, настроили какой-то каталог товаров, посмотрели, у нас уже был готовый, попробовали поменять цены и так далее. Записи вебинаров пишут, у меня пока открыт раздел с вашими вопросами, пишут, записи вебинаров нужны. Ну, смотрите, в первую очередь вот на этой страничке, да, где регистрируюсь на вебинаре, все записи будут доступны. Также записи будут на нашем канале в YouTube, и ссылочку мы будем делать, рассылку с ссылками на записи вот, текущих вебинаров тоже вам, коллеги мои, пришлют. Я открою пока, так, я поставил такой вот тестовый интернет-магазин, он у меня стоит локально. Давайте еще раз посмотрим, как это все дело выглядит. Ну, простой тестовый интернет-магазин одежды. Я уже зашел как администратор. Сейчас мы попробуем вот так вот, чтобы у нас не тормозил девушку убрать. Я зашел как администратор, у меня доступна сверху серенькая такая панель администратора. Ну и то, что привыкли все видеть в интернет-магазинах, да, какая-то контактная информация наверху с доступом в личный кабинет, каталог товаров, баннер, сразу какие-то товары у меня есть предлагаются купить, опять же, баннера, новости, соцсети, подвал и так далее. Это совершенно свежий интернет-магазин, у меня здесь какие-то тестовые заказы были сделаны, мы их сейчас с вами посмотрим. Вот. Ну, давайте для того, чтобы было немножечко проще нам. Мы сейчас какой-то заказ еще оформим. Перейдем сразу в корзину. Сделаем какую-то покупку, да, чтобы у нас какой-то свеженький заказ болтался. Мы сейчас с этим заказом с вами еще поработаем. Беру какие-то другие размеры. Выберу несколько штук. Оформлю. Купона у меня нет никакого. А подарок я мог. Не положу ничего уже. Без подарка сделаю заказ. Сразу бы, да, хотел сказать, что если какие-то вопросы будут у вас по ходу вебинара, ну, вы можете их задавать. Они у меня будут отображены, я на них отвечу. Если что-то не смогу ответить сразу, то или после вебинара там как-то с вами свяжемся. Или... Ну, в любом случае, на все вопросы обязательно ответим. Так, оформляю заказ. Мне сразу пишет, да, что я уже оформлял заказ в этом интернет-магазине. Ну, на самом деле, не оформлял, но так как тестовая версия, то показывает, будто у меня были какие-то заказы уже. Окей, мы с вами еще их увидим. Выбираю доставку курьером. Здесь у меня все по умолчанию заполнено. Оплата пускай будет наличная курьером. Так, телефон обязательно для заполнения. Телефон, адрес доставки. Физическое лицо. Так, дальше. Дальше. Данные покупателя. Да, вот она. Наш номер такой сегодня. Адрес доставки. Так, без комментариев, просто оформим этот заказ. Оформим заказ. И сейчас мы с вами посмотрим, как работать именно с заказами с точки зрения администратора сайта. Это сделаем. Так, заказ сформирован. Информация у нас доступна в персональном разделе нашего сайта. Да, мы можем зайти как покупатель, посмотреть историю наших заказов. Вот как раз какие-то уже заказы у меня были автоматически сформированы, когда я запускал эту демо-версию. Так. Давайте перейду сейчас в админку.
и посмотрим, что у нас с заказами. Заказы у нас находятся в разделе «Магазин». Заказы. Давайте откроем их. И пока мы не открыли какой-то заказ, на что хотелось бы обратить внимание. В первую очередь это фильтры. Очень удобный инструмент, с которым можно работать и сортировать и отображать заказы по тем параметрам, которые нам необходимы. Такие фильтры можно сохранять. Видите, у меня здесь есть, по умолчанию уже есть приоритетные заказы. Это те заказы, которые, например, от 10 тысяч рублей. Ну, я могу, и статус заказа принят, ожидается оплата. Я могу эти данные здесь изменять. Например, будет не 1000, а 10. 100 тысяч рублей. Да, было 10 тысяч, станет 100 тысяч. Я просто сохраню этот заказ и все, этот фильтр и все. Можем отфильтровать, там, например, заказы со статусом оплачен и не отменен. Подвисшие заказы, да, которые были сделаны на неделю назад и со статусом принят, ожидается оплата, оплачен, формируется к отправке, не отменены. Да, найдем, нам отобразят такие заказы, если... Ну, у меня нет подвисших заказов. Все нормально. Такие фильтры можно создавать самостоятельно, добавлять сюда те поля, которые вам нужны. Ну, например, можно... Что, давайте навскидку посмотрим. По каким условиям? Так, оплаченные смотрели. Угу. Ну, например, платежная система. Да, у нас несколько платежных систем. Мы захотим посмотреть все абсолютно заказы, которые у нас сделан при заказе указали наличные курьеры, например. Ставлю такой фильтр. И у меня эти заказы будут отображены. Вот как раз наш последний заказ, да, который был сделан 13.10. Ну, в 13.05 у меня здесь время показывает. Хотя у нас на самом деле сейчас немножечко поменьше. В табличной формуле отображаются все такие заказы. И здесь тоже что хотел, про что хотелось бы рассказать. Это вот эта кнопочка «Настроек». Ну, во-первых, вы можете данные... заказы в табличном виде выгрузить в Excel, если это необходимо, да, и как-то там обрабатывать, строить сводные таблицы, может быть, какую-то аналитику и так далее. Ну и во-вторых, вот эта форма, она тоже настраивается, колонки таблицы, вы выбираете, как вам необходимо это, какие данные вам нужны, по каким данным вы эту табличку хотите строить. Также можно сделать так, чтобы данные настройки по умолчанию были для всех пользователей, если вы как администратор это настраиваете. Ну, я сейчас перейду в заказ. Давайте, да, открою его. Пока открывается, у меня вопрос здесь, рассматривается штатный функционал. Павел, да, это штатный функционал. Я буквально полчаса назад установил вот прям свежую демо-версию себе локально, да, обновил ее до тех последних изменений, которые есть, вот версия 16.5. И показываю то, что идет вот прямо из коробки. То есть, ну, по сути, с этим можно уже брать и работать. Мы просто, ну, будем считать, что по умолчанию у нас уже настроены и службы доставки, и службы оплаты. Мы в предыдущем вебинаре, да, по-моему, показывали это. На самом деле все очень просто делается. Если кто-то не видел, могут спросить, я покажу. Там все простенько. Так, и мы попали с вами опять же в заказ. Вот эту штучку я спрячу. Мне гораздо удобнее работать, когда у меня заказ весь на весь экран. В последней версии у нас значительно переработалась форма управления заказом и вообще вся суть управления заказами. Заказы стало можно разделять заказ на разные способы отгрузки и разные способы оплаты. С чем это связано? Вообще один из трендов в электронной коммерции за последнее время – это так называемая омниканальность или многоканальность. Когда процесс покупки, выбора товара, доставки товара и оплаты может быть разделен на разные каналы. Да, это и офлайн торговая точка, и интернет-магазин, и звонок по телефону и так далее. И со всеми этими каналами нужно и важно уметь работать.
запросто, ну, очень часто бывают сценарии, да, когда пришел, например, даже не пришел, оформляешь заказ в интернет-магазине, крупный какой-то, допустим, заказ, из нескольких позиций, ну, не касаемо одежды, например, давайте в качестве примера посмотрим интернет-магазин бытовой техники. Да? Мы заказываем, например, холодильник, магнитофон и, не знаю, чайник. И при оформлении заказа мы можем указать, что холодильник нам необходимо привезти домой, мы заказываем доставку, и оплачивать мы это будем карточкой, допустим. А магнитофон и два чайника мы готовы сами забрать в какой-то, в каком-то магазине, который ближе к нам, и расплатимся за это дело наличными. Вот, такая возможность в Bittrex есть. Можно делать несколько оплат, несколько заказов, вернее, в одном заказе несколько оплат, несколько способов доставки, и вся эта информация будет отображена и доступна в заказе. По каждой отгрузке будет сформирован отдельный документ, который надо будет проводить, и отдельная оплата, которую тоже надо будет проводить. Да, вот у нас как раз здесь есть документ отгрузка, документ оплата. Кроме того, в заказе что мы видим? Ну, естественно, параметры самого заказа, да, с какого сайта сделан. Напомню, что в Bittrex на одной платформе может быть несколько сайтов, несколько даже интернет-магазинов. Статус заказа, мы можем его здесь вручную изменить, либо он у нас автоматически будет изменен, если мы это настроим, ну, допустим, при оплате там или при заказа, мы будем считать, что его отгружаем. Здесь же можем отменить этот заказ, если что, написав какой-то комментарий. Сейчас не будем это делать. Вся информация о покупателе, личные данные, данные для доставки, какие-то комментарии, если мы, как клиент, оставили какой-то комментарий к заказу. Ну, например, часто клиенты пишут не звонить после 18:00, да, чтобы звонили только в рабочее время. Здесь же как раз информация о отгрузке. У нас сразу будет при создании заказа сформировано два документа. Один документ – это документ отгрузки, второй документ – это документ оплаты. Но пока у них еще статусы «доставка не разрешена», «отгрузка не отгружена», «ожидает обработки». Да, и по оплате тоже статус «не оплачено». Опять же, изменение этих статусов можно как вручную, так и автоматически при синхронизации, например, данных с 1С. Что еще есть? Какая дополнительная информация? Комментарий менеджера, если это необходимо. Ну, я лично рекомендую этим пользоваться. Я тоже работаю, да, с интернет-магазином нашим Bittrex. И ну, с заказами работаю не только я. И часто бывает, когда кто-то может позвонить, уточнить какую-то информацию по заказу, для того, чтобы все нюансы можно было учесть, можно оставить такой комментарий, написать что-то здесь. Особо интересный клиент, допустим. Да, и другой менеджер, ну, мало ли что может случиться, может быть, я уволюсь, может быть, я буду болен, не выйду на работу или что-то еще. Другой менеджер, когда откроет этот заказ, он увидит те пометки, которые я записал. Это очень удобно. Опять же, здесь же состав заказа, и все это дело мы, конечно же, можем изменить. У нас есть такая кнопка «Изменить заказ». Что еще хотелось бы сообщить? Ввиду того, что этот заказ стал... форма вот этого заказа, она стала достаточно большая, мы можем ту или иную информацию сворачивать, менять местами и быстро перемещаться, да, чтобы все это не мотать. Вот так вот. Можно перемещаться, причем можно закрепить. Да, у нас вот закреплено это. Нет, не закреплено. Вот так вот закреплено вот это меню. А здесь у нас краткий блок. Да, и теперь мы, когда это мотаем, у нас все это наверху остается. Хлоп, какой надо нам раздел, мы переместились. Ну, очень удобно так работать. По каждому заказу ведется история изменений. Мы можем посмотреть, какой пользователь у нас что делал, как статус, как изменялся заказ, как изменялись документы какие-то по заказу. Ну и, конечно, по каждому заказу мы можем посмотреть, какие документы вообще были сформированы. И если необходимо, сразу переместиться в этот документ. Ну вот, например, давайте попробуем оплатить сейчас этот заказ. Сделаем все это, ну, допустим, вручную. Да, такое тоже бывает.
Так, оплатим. Оплатим. Не буду здесь заполнять ничего, просто сделаю, что оплачено. Вся информация как раз в документе, да, тоже есть. Статус заказа пока не меняем. Так, у нас документ получился уже оплачен. Я сейчас вернусь в заказ. Я мог это сделать прямо из заказа, но мы с вами хотя бы посмотрели этот документ. Так, статус заказа оплачено. Давайте сейчас отгрузим этот товар. Причем здесь тоже, да, мы можем отгружать частями. Мы можем сделать несколько отгрузок. Ну, например, у нас на складе есть там только одна штука. Мы можем отгрузить одну штуку, а остальное уже отгрузить там через несколько дней. Так, доставка разрешена. Я изменю это на отгружено. Но на самом деле это курьер должен будет потом изменить эту информацию, либо если мы получили от склада для отгрузки товара. Так, все правильно. Я не указал эти товары. Ах, не получится у меня, наверное, сейчас посмотрю. А я же эти товары не завел. Да, у меня на эти самые товары не заведены на склад. Не получится у меня сейчас делать отгрузку, но не буду, наверное, заморачиваться. Оставлю как есть. Мы, главное, с вами посмотрели, как работать с заказами. Ну, дело в том, что я поставил демку, у меня просто эти товары не заведены на склад. Нет, склады сами не заведены. Опять же, любой заказ можно, если это необходимо, изменить. Например, менеджер звонит клиенту, уточняет какую-то информацию о заказе. И, возможно, клиент скажет, что изменилось. Хочет он не синие штаны, да, там, а зеленые купить. Да, всю эту информацию сразу прямо тут можно изменить. Если мы какие-то купоны скидок предоставляем клиенту, можем прям самостоятельно внести этот купон. Ну, обычно все-таки купоны клиенты сами вводят. Ну, опять же, количество, цену, все это здесь доступно, все это изменяется. Так, не буду сейчас это изменять. Оставлю как есть. И про что еще хотелось поговорить по работе с заказами. Это по интеграции с CRM-системой. Наверняка все так или иначе слышали, что такое CRM-система. Напишите, пожалуйста, может быть, кто-то не слышал, я так сейчас расскажу тогда быстренько. В разделе questions напишите, кто знает, кто не знает, что такое CRM-система. Нас сегодня не так много, поэтому можно чуть-чуть поплотнее пообщаться. Знают, да? Знают. Ну, отлично. В Bittrex тоже есть... вот расскажите, пожалуйста. Ну, расскажу тогда. CRM-система – это так называемая система управления взаимоотношениями с клиентом. По сути, это большой электронный справочник, в котором фиксируются автоматически и вручную автоматически все контакты с потенциальными клиентами и с реальными клиентами. У нас эта CRM-ка есть в составе нашего продукта Bittrex 24. Я вот зашел на сайт Bittrex 24 и зарегистрировал такой пробный, опять же, да, тестовый портал Bittrex 24, в котором есть функционал CRM-ки. Вот он у меня здесь. Мы сейчас с вами сюда зайдем. Ну, в двух словах, что такое CRM-ка в Bittrex 24? Это, как я говорил, да, большой справочник, в котором, во-первых, можно фиксировать все входящие какие-то из разных каналов входящие. Ну, мы называем это лиды. То есть лиды – это какие-то потенциально заинтересованные в вашем продукте люди или компании.
Зашел к вам человек на сайт, заполнил какую-то форму, эта информация попала к вам в CRM-систему, это лид. Дальше вы уже можете связаться с этим человеком, уточнить, что именно его интересует. Если он на самом деле заинтересован в вашем продукте, то перевести его уже из статуса лид в статус контакт, или если это юридическое лицо какое-то, ну, какая-то компания, то в статус компании, сформировать ему коммерческое предложение, оформить сделку, выставить счет, и все это можно делать прямо в CRM-системе, прямо в Bittrex24. Вся эта информация сохранится здесь. Звонки, если будут сделаны через интегрированную в Bittrex24 телефонию, тоже сохранятся. И в конечном счете мы получим, давайте посмотрим, здесь какие-то тестовые наверняка у меня будут контакты. У нас будет карточка клиента с фиксацией всех событий по тому или иному клиенту, с которым мы работаем. Мы можем подключить телефонию, мы можем подключить онлайн-чат на сайте, веб-формы, можем подключить профили наших аккаунтов в соцсетях, там, ВКонтакте, в Фейсбуке, в мессенджерах, в Телеграм, например, подключить, да, нам человек будет в Телеграм писать, на, там не страничка, как же это называется правильно, не робот, назовем это страничкой, да, пускай так будет. То есть будет писать нам в наш аккаунт в Телеграме, вся эта информация будет поступать к нам в Bittrex24, мы ее будем обрабатывать, и все это будет сохраняться в нашей CRM-ке. Легко и незаметно для всех. Давайте, ах, у меня здесь не будет никаких контактов, я ничего еще не заводил. Но давайте добавлю какую-то компанию. Очень быстро. Но вообще по Bittrex24 у нас есть отдельные вебинары. Я очень рекомендую их посмотреть. Наша сейчас задача настроить интеграцию с сайтом. Первая интеграция, которую мы можем настроить, это как раз обработка информации по заказам. Да? Ну вот сейчас я открыл карточку клиента. И вот, в данной компании все дела, все сделки, коммерческие предложения, счета, которые мы будем выставлять, все это здесь будет сохраняться. Мы сейчас с вами попробуем настроить интеграцию с вот данной CRM-ки с нашим интернет-магазином. Как мы это сделаем? А, у меня это не получится сделать, потому что это стоит локально на мой интернет-магазин, который я свеженький поставил. Но у меня есть такая тестовый мой сайт в интернете, вот называется bx-im.ru. Я сейчас зайду на него и настрою интеграцию с ним. Так, CRM. Мне сразу, да, я зашел в раздел магазин CRM. Мне сразу предложили либо настроить интеграцию CRM, либо получить CRM Bittrex24 самостоятельно, да, достаточно вот эту кнопку нажать. Ну, что мы можем сделать в интернет-магазине? Оформлять заказ, рассчитывать стоимость доставки, скидки, налоги. Вся эта информация у нас будет попадать в CRM-ку в качестве новой сделки. Мы можем открывать эту сделку, созваниваться с клиентом и уже переводить сделку на ту стадию, на которую нам необходимо. Да? То есть, если выставили счет, счет оплачен, мы сделку считаем завершенной, там, товар отгружен. Давайте попробуем сейчас это сделать. Так, CRM-ки. Где мой 24? Вот такой вот у меня будет адрес. 13, 10, 16 – это сегодняшнее число. Так. Вспомнить бы логин администратора, я же только что его заводил. Давайте сейчас попробуем. Так. Это была моя почта. Так, а пароль администратора? Ну, если не ошибаюсь, такой. В процессе настройки интеграции по умолчанию создается специальный пользователь, из-под которого CRM будет обращаться к интернет-магазину. Ну окей. Ох, логин, пароль администратор не верит. Так, попробую еще одну попытку. Что ж такое-то? Так. Сейчас еще один разок.
Что ж, не получится у меня, что ли? Так, попробую, может быть, здесь настроить. Давайте попробуем вот так сделать. Дальше. Адрес интернет-магазина у меня вот такой вот. Так, здесь-то я пароль точно помню. Не надо сохранять. Так, за последние 7 дней. Ответственного выберем для новых сделок. Ну, пускай я буду. Сделки будут доступны для всех у нас. Ну-ка. Так, раз в 10 минут мы будем сделать синхронизацию. Уведомления будем направлять в группу продажи. Завершить. Так, давайте попробуем сейчас. Получилось у меня или нет? Ах, так, у меня не сделано, потому что пока за последнюю неделю ни одного заказа. Давайте сейчас быстренько я вернусь в мой интернет-магазин, да, тот, который у меня в интернете находится. Оформлю сейчас один заказ. И сделаем так, чтобы этот заказ попал к нам в CRM. Я уже покупал что-то в своем интернет-магазине, и он у меня, вся эта информация автоматически, ну, которая заполнен. Логин неправильный мне подсказывает, почту неправильно написали. Вот спасибо. А я не заметил. Так. Ну, спасибо, но уже сделали это. Так. А давайте пока на вопросы отвечу. Вижу много вопросов по CRM-ке пошло. Только с 1С CRM или не только? Ну, смотрите, это не, во-первых, это не 1С CRM, а Bittrex24 CRM-ка. 1С CRM – это отдельный продукт. У нас настроена по умолчанию интеграция с Bittrex24 CRM. С другими CRM-ками можно посмотреть готовые интеграции в маркетплейсе. Вам вчера, наверное, рассказывали, что такое маркетплейс. Да? Есть у нас специальный сайт, где разные расширения, дополнения, готовые модули, готовые сайты, готовые интернет-магазины продаются. Вот. Можно ли Bittrex настроить CRM-систему лояльности с базовым функционалом? Не очень понял вопрос, Елена. Чуть-чуть более расширенно напишите, пожалуйста. Ну, вообще, да, все можно. Джим, да, у меня западает буква на ноутбуке. Про триггерные рассылки. Да, расскажу. Откуда берется адрес сайта CRM? Самим можно придумать или эта система выдает? Когда вы регистрируетесь на Bittrex24.ru, вы самостоятельно указываете, как будет называться ваш портал. То есть название вашей компании .bittrex24.ru. Но на самом деле здесь особо не принципиально, потому что это все-таки портал, он для внутреннего пользования. Поэтому как он будет называться, это внешне никуда не будет ходить, поэтому ничего страшного. Так, давайте попробуем зайти сюда, посмотрим. Еще раз запустить импорт. Есть у меня сделка. У меня сразу в живой ленте, видите, появилось уведомление. Вот такая единичка. Я сейчас открою, посмотрю, что мне там пишут. Эй. Ничего не пишут. На самом деле в CRM-ке это должно было появиться. В живой ленте это уведомление другое. Да, в CRM-ке вот создана компания 1111. И как раз у нас здесь будет информация о том, что создан клиент, ответственный такой-то. Хм.
где сделки. У нас появится автоматически сделка. Да? То есть у нас появилась компания какая-то по умолчанию, которая все это оттуда потянулась. Вот эта сделочка у нас. Мы сейчас откроем. Сумма сделки. Вся информация. Товары. Так, товары, которые у нас в корзине были. То есть, ну, вся эта информация здесь есть. Если что, можно с этим контактом связаться. Редактировать эту сделку. И дальше уже продолжить работу. Так, ну, я думаю, по этому, наверное, все. Просят рассказать про email маркетинг. Давайте, наверное, начну сейчас пока не про email маркетинг, а чуть-чуть расскажу. Веб-аналитики не буду касаться, оставим это уже на нашу следующую встречу. Через неделю у нас, да, будет четверг. Расскажу чуть-чуть про инструменты изучения и повышения конверсии. А после этого мы как раз вернемся с вами к рассылкам. По заказам, мне кажется, все, что можно было рассказать, я рассказал. Если есть какие-то у вас вопросы, обязательно пишите их. Давайте сейчас еще раз загляну в опросник. Так, Елена, по CRM-ке давайте в конце отвечу на ваш вопрос. Он достаточно обширный. Ну, я понял, о чем вы говорите. Частично правильно, частично не совсем. Но, ладно, не суть. Так, открою сейчас свою презентацию. И давайте сделаем такую небольшую лирику. Немножко поговорим про вообще про электронную коммерцию, буквально пару минуток. Вот такие вот цифры у нас есть по 2015 году. 650 миллиардов рублей, это общий оборот рынка электронной коммерции. Объем рынка растет, несмотря на какие-то сложные ситуации у нас в экономике, да, на то, что кризисом там называют и так далее. Растет объем рынка достаточно уверенно. Вот еще интересные цифры. Доля респондентов, которые хотя бы раз за последние 12 месяцев покупали эти товары в интернет-магазинах. 39% покупали что-то из мелкой бытовой техники, 36% одежды, обувь и так далее. Ну, все исследования доступны у нас, во-первых, Data Insight, во-вторых, Яндекс.Маркет публично выкладывает их. То есть найти самостоятельно в интернете без проблем сможете. Быстрее среднего росло число онлайн-покупок. Товары для спорта, активного отдыха, товары для животных, товары для детей, одежда и обувь, да, как раз то, о чем мы сейчас с вами разговариваем, продукты питания, и немножко сократилось количество онлайн-покупок по электронике, технике, по косметике и парфюмерии. Но это, наверное, все-таки связано с тем, что и косметика, и электроника у нас вся ну, из-за границы к нам приезжает. Вот. А в 2015 году как раз валюта сильно выросла, стоимость. Закупаем мы все это в евро, в долларах, да, и, соответственно, тоже это все сказалось на стоимости и на спросе на это. 14% рост среднесуточного количества интернет-заказов у крупных российских интернет-магазинов в феврале 2016 по сравнению с 2015 годом. То есть, несмотря на то, что у нас был тяжелый период, да, в конце 2014, начало 2015 года и вообще во всем 2015, весь 2015 год, рост все равно есть, и рост достаточно большой. В январе выросли аж на 30%. И при всем при этом, недавно Левада-центр проводила такой опрос, что 63% россиян никогда не пользуются услугами интернет-магазина. Больше половины. Даже если отбросить сюда тех, кто уже, наверное, особо никогда интернет-магазинами не будет пользоваться, да, это, ну, это у нас пенсионеры, то цифра все равно будет достаточно большая. А это говорит о том, что это направление будет расти. И здесь сюда можно смело суваться, выходить на этот рынок, зарабатывать деньги. И конкуренция будет обостряться. Больше зарабатывать сможет тот, кто сможет лучше конвертировать посетителей в покупателей. Что такое конверсия? Ну вот, грубо говоря, на пальцах, да, объясним. Допустим, к вам на сайт зашло 1000 посетителей.
10 из этих посетителей сделали заказ. Конверсия из посетителей в оформивших заказ у нас составляет 1%. Но если с этой же 1000 посетителей конверсия составит у вас делают 30 заказов, то конверсия составит 3%. И это очень хороший показатель. В среднем, я недавно в каком-то исследовании читал, правда в западном, но в Рунете картинка такая же примерно, средняя хорошая конверсия это 1,48%. Соответственно, у кого конверсия лучше, тот получается и эффективнее работает. И у нас есть несколько инструментов для того, чтобы с этим параметром работать. Во-первых, измерять его, а во-вторых, влиять на него. Ну, первый инструмент, про который я хотел бы рассказать, я его не буду показывать живую, да, потому что у меня демо-версия, и никто там ничего не покупает, он там не работает, поэтому лучше на скриншоты посмотреть. Да, первый инструмент – это так называемый пульс конверсии. Это динамика конверсии прямо в режиме реального времени на вашем сайте. То есть система сама анализирует 1000 последних посетителей и показывает конверсию сайта по разным каналам привлечения трафика. Там, Знаете ли вы, какова... Видеоролик такой у меня есть. Давайте сейчас проскочу. Во-первых, по каналам привлечения трафика это и рассылки, и SEO, и какая-то контекстная реклама. Показывает по устройствам конверсию, можно, да, отобразить, какая конверсия у вас с простых компьютеров, какая конверсия с планшетов, какая конверсия с каких-то смартфонов. И все это в режиме реального времени. Ну, вот после того, как мы сможем узнать, какая у нас конверсия, да, вот таким образом это будет показываться, ну, например, 2,4, это отлично. Очень хорошая конверсия. После того, как мы будем знать, что это за какая-то конверсия, мы сможем с этой конверсией работать. Мы сможем как-то ее изменять. Для этого тоже есть отдельный инструмент, называется бизнес-модель интернет-магазина. Давайте на примерах покажу. Вот есть у меня, допустим, работающий интернет-магазин. Сделано у меня было там несколько заказов, 108, да. Рекламный бюджет составляет определенную сумму, там определенная цена за переход. Эта информация, она, в принципе, автоматически может быть автоматически подставляться сюда, если вы настроили интеграцию там с Яндекс.Директом. Можно ее вручную прогнозировать. Это, наверное, самая важная часть вот этого инструмента. Ну, обычно предприниматели как делают? Где-то в Excel, да, прикидывают, сколько какой у них бюджет, какая цена за переход, какой средний чек, какая конверсия и так далее. И этими показателями можно крутить и прогнозировать. Но теперь это можно делать прямо в админке Битрикса, исходя из тех данных, которые система сама автоматически собирает, ну, количество заказов, средний чек, стоимость, цена заказа и так далее. Вот смотрите, допустим, есть у меня доработающий интернет-магазин с бюджетом 100 тысяч, цена за переход 5 рублей. А что будет, если я бюджет рекламный свой увеличу в 2 раза? У меня, соответственно, выручка сразу вырастет, да, уже до 85 760 рублей. Но вдруг конкуренция обострится, и цена за переход у меня вырастет с 5 рублей до 7 рублей. Я уже сразу попаду в убыток, буду терять деньги. А что, если я конверсию увеличу на 0,1%? Да? Конверсия, вот она у меня, 0,5% до 0,6%. У меня сразу из убытка я все-таки смогу какие-то деньги зарабатывать, но небольшие. А что, если я увеличу конверсию до 2,4%? Уже совсем другие цифры, ну, которые приятно радуют. А что, если я увеличу средний чек на 1000 рублей? Ну, вот это уже совсем красивая цифра. В этом направлении надо работать. Ну, для увеличения среднего чека есть масса маркетинговых инструментов. Мы можем предлагать покупать какой-то дополнительный товар, мы можем давать какие-то скидки постоянным клиентам и так далее. Причем все эти инструменты тоже есть в Битриксе. Я думаю, мы можем, в принципе,
в третьей нашей части как раз тоже про это поговорить, если в первой части про это еще не рассказывать. Вот, вот такой замечательный инструмент, который позволяет нам прогнозировать. Итак, мы умеем теперь конверсию нашу считать, мы умеем ее прогнозировать, мы должны что-то сделать для того, чтобы эту конверсию увеличить. Что делают? Ну, помимо того, что увеличивают, пытаются улучшить отношения с клиентами, да, стать магазином, которому больше доверяют, магазин, в который хочется вернуться, пытаются сделать какие-то, ну, часто пытаются сделать какие-то изменения в интернет-магазине. Возможно, как-то по-другому расположить блоки, возможно, поменять дизайн. Поменять цвет у кнопки «Купить». Да, там она может быть красная, она может быть зеленая. Вот. Как изучать, в каком случае конверсия лучше? Есть специальный инструмент, который называется АБ-тестирование. Вот давайте попробуем провести эксперимент. Смотрите, два дизайна сайта. Владельцы компании Build.com, это вот реальный кейс, владельцы компании Build.com, у них был... Ну, изначально сайт был вот как слева, как на синем фоне нарисован. Появилось такое предположение, что, возможно, клиенты будут лучше, больше покупать и проще им будет взаимодействовать с сайтом, если они будут сразу видеть иконки и на сайте попадать в тот раздел, в который им необходимо. Ну, здесь, например, да, там, kitchen, смеситель у нас нарисован, lighting, иконка такая с подвесным светильником и так далее. Вот с вашей точки зрения, какой вариант удобнее для пользователя? На каком варианте конверсия будет больше? Синий или оранжевый? Давайте пишите в разделе questions. Ну, правый, окей. Ну, давайте поактивнее. Вы же не спите там. Правый или левый? Синий. Синий. Оранж. Правый. Правый. Иконки. Ага. Окей. Хорошо. У меня еще есть пара примерчиков, но мы их сейчас проскочим. На самом деле, верно угадали и решили те, кто написал без иконок и синий вариант, и тот, который слева. Владельцы, ну, разработчики, да, администраторы сайта Build.com запустили АБ-тестирование. Часть пользователей, которая попадала на сайт, видела тот вариант, который без иконок, а часть пользователей видела тот вариант, который с иконками. И по каждому из вариантов замеряли конверсию. И оказалось, что конверсия без иконок, по-моему, порядка 50% была выше. Такой инструмент изучения поведения пользователя на сайте называется АБ-тестирование. В Битриксе этот инструмент доступен даже для нетехнических специалистов. В принципе, маркетолог или менеджер вашего интернет-магазина может самостоятельно запустить такое АБ-тестирование и потом посмотреть, в каком варианте у него лучше будет конверсия. Давайте нажмем, может быть, ну, запустить не запустим с вами сейчас, но посмотрим, как в админке это выглядит у нас. Так, вообще мы все маркетинговые инструменты вынесли в отдельный блок. И стараемся сделать так, чтобы вот эти маркетинговые инструменты, чтобы ими мог пользоваться ну, не только технический специалист, да, ну и, в принципе, просто маркетолог. То есть здесь есть уже несколько готовых сценариев АБ-тестирования. Мы можем запустить какой-то новый. Указываем название, описание, указываем длительность теста и трафик, который мы будем выделять на тест. Например, у нас только 30% пользователей будут участвовать в этом эксперименте. Ну, можем и все 100 показывать. Тогда половине будем показывать что-то
новое, половина что-то старое. И выбираем либо шаблон сайта, либо страницу и запускаем это тестирование. Ну-ка, у меня ничто сейчас не запущено. Давайте попробуем запустить новый дизайн. Ах. У меня здесь... Давайте вот так сделаю. У меня нет здесь никаких дизайнов. Мы просто запустим его. Так, и сейчас попробуем отчет посмотреть. Ну, у нас, конечно, отчет будет совсем пустой. Да, у нас статистики никакой не набрали. Эх, ну, циферки мы здесь не увидим, к сожалению. Поэтому перейдем дальше. И поговорим еще про один интересный инструмент повышения конверсии. Это e-mail маркетинг и триггерные рассылки. Наверняка сталкивались с какими-то сервисами, которые позволяют делать рассылки. Да, мы сейчас делали такие рассылки у нас прямо в Битриксе. Их можно делать, также готовить какие-то шаблоны, управлять ими и запускать так называемые триггерные рассылки. Ну, давайте по порядку. Опять же, в разделе «Маркетинг» это у нас выведено в отдельный пункт меню. Называется вот «E-mail маркетинг». Давайте попробуем добавить какую-то вместе с вами сейчас рассылочку. В первую очередь нам система предлагает либо выбрать из списка каких-то заранее созданных рассылок, либо создать новую. Давайте я создам новую. Пускай будет называться у меня рассылка новостей. Какое-то описание. Вывод в публичной части для подписки. Можно оставить эту галку тогда на главном сайте, там, где у нас просят оставить e-mail, у нас появится пункт, который тоже можно будет галочкой отметить. А что я рассказываю? Давайте покажу. Мы сможем сразу прямо отсюда подписывать наших клиентов на эту рассылку. Ну вот у меня, видите, выбор рассылку. Их может быть несколько, но это старая моя FSD, бла-бла-бла называется. Пускай будет вывод в публичной части для подписки, не страшно. Если что, уберем это. Так, теперь добавляем или создаем группы пользователей. У меня могут быть разные группы, причем здесь можно логику настраивать, да, какую-то группу адресов добавлять, какие-то делать исключения из этой группы адресов и так далее. Достаточно много здесь. Не буду это подробно сейчас настраивать. У меня потому что на сайте группа адресов, наверное, 2-3 адреса всего. Мой и кто-то случайно зашедший. Так, следующий шаг. Мы сейчас создадим как раз или выберем готовый шаблон, или создадим новый. У меня все работает очень медленно, потому что тестовые проекты, я его очень сильно изменяю и издеваюсь над ним по-всякому. Пока создается, давайте посмотрю какие-то вопросы. Так, если можно, вопрос про онлайн-чат. Можно и скрывать чат, если нет операторов онлайн. Александр, не коснулся сегодня пока темы онлайн-чатов. И, честно говоря, не смогу ответить на ваш вопрос. Давайте, он у меня будет зафиксирован. Я либо с вами лично свяжусь после вебинара, либо на третьем вебинаре нашем расскажу как раз про эти штуки. Потому что у нас, да, появились очень интересные новинки, такие как чат, открытые линии и так далее. Но я думаю, в третьей части рассмотрим. Так. Я перешел к созданию выпуска нашей рассылки. Я могу использовать какие-то штатные шаблоны, которые есть. Могу посмотреть, ах, моих шаблонов нет. Какие-то дополнительные шаблоны тоже у меня нет. И тем для оформления тоже у меня ничего нет. Поэтому я возьму простой, ну вот такой вот, допустим, шаблон. Он уже готов. Я могу просто заменить здесь картинку, заменить какое-то название. Что самое интересное, я могу накидывать сюда вот такие вот блоки готовые. Мне знаете, какой блок больше всего нравится? Где-то у нас были новости. Группа картинок. А вот он, по-моему, список новостей. Хлоп. Перетягиваю сюда. Сохраню. Вот. Теперь у меня сюда автоматически будут попадать новости,
Ну, те последние две новости, которые есть. Я могу этот блок там, если что, настроить. Что еще могу здесь сделать? А, вот тоже интересная штука. Купон на скидку, который автоматически будет делать скидку 10%. То есть мы на один заказ будем делать автоматически скидку. Да? Опять же, здесь все настраивается. Здесь несколько таких вариантов блоков. Есть там блок персональной рекомендации для почты. Есть, что у нас, вывод полей заказа там, рекомендуемые товары, уведомления о сообщении и так далее. Таким образом, создаем какой-то готовый шаблон, указываем тему письма, я напишу тему тест. А причем тему письма можно персонализировать, да, например, давайте вот так же напишем. Вам письмо. Name возьмет у нас имя этого пользователя из поля имя, которое у нас на сайте заведено. Да? То есть мы возьмем e-mail какого-то клиента, посмотрим, как он, кто у нас с этим e-mail, какое имя к нему относится, и это имя сюда подставим. Предпросмотр. Давайте взглянем, как у нас будет выглядеть наше письмо. Да, причем, опять же, вам в прошлый раз коллега Сергей мой рассказывал про адаптивный дизайн. Многие забывают, делают адаптивный дизайн сайта и забывают делать адаптивный дизайн писем. Это очень важно. Ну, здесь у нас рассылка уже адаптивная, да, у нас вот вылез блок новостей, у нас не сгенерировался купон скидки, не знаю почему. Он, по идее, должен сгенерироваться уже все-таки у клиента непосредственно. А здесь он мне не будет, наверное, показываться. И как это на десктопе выглядит. Посмотрели. Если нам необходимо, можно сюда отредактировать. Какие-то вложения, если надо приложить. Ну и опять же, если необходимо, можем получить HTML этот, изменить его где-то в другом редакторе, да, или в каком-то там сервисе. И можно опять сюда вставить, если необходимо там как-то именно под себя это настроить. Опять же, стили прямо здесь можно настроить, причем достаточно просто в таком вот удобном виде. Так, не буду здесь пока больше останавливаться, давайте перейдем на следующий шаг. А, не запустим, email from отправитель. Ну, давайте вот такой у меня будет отправитель. Что там еще, важность, не буду указывать важность. Обычное письмо, зачем мне там важность указать? Расписание рассылки. Я могу добавить вручную, могу добавить в определенное время, или, либо периодически отправлять, если это, например, да, дайджест новостей, то делать, например, это раз в неделю. Там, грубо говоря, по понедельникам. Название выпуска указываю. Так, естественно, мы можем сделать тестовую какую-то рассылку, да, отправить, например, ну, на мой ящик. Правда, мы сейчас этого не увидим. У меня почта не настроена здесь. Но опять же, посмотреть шаблон сообщения, как он у нас выглядит. Если что, отредактировать здесь что-то. Опять же, уточнить расписание. Давайте сохраним нашу рассылку. Она у нас теперь автоматически будет рассылаться, автоматически работать. Помимо такого рода рассылок, есть еще очень интересная штука, которая называется триггерные рассылки. Триггерные рассылки – это рассылки, которые автоматически создаются и отправляются в зависимости от каких-то действий или бездействий ваших клиентов на вашем сайте. Есть готовый шаблон триггерных рассылок. Один из самых любимых мною, например, шаблоны – это рассылка «Забытая корзина». Давайте вернусь. Здесь хорошее описание. Классная штука. Недавно с одним из наших партнеров общался. Он рассказал, что запустил такую рассылку на проекте клиента. По-моему, порядка 46% писем, которые были отправлены,
тем пользователям, которые положили товар в корзину, но не оформили заказ. Положили в корзину, да, набрали, накидали и закрыли это. Порядка 40, я не помню, то ли 46, то ли 64% после получения этой рассылки оформили заказ. Представляете, как на конверсию повлияло? Ну, просто набрали, ну, там небольшой интернет-магазин, но, по-моему, вот один запуск такой триггерной рассылки, что-то, по-моему, около 100 тысяч там за неделю они принесли. По-моему, ну, неплохой результат. Так, давайте создадим триггерную рассылку. То же самое мы указываем название, описание, отправителя. Делаем следующий шаг и настраиваем эту рассылку. Условия запуска и остановки. Условия какое у нас? Забытая корзина. Мы можем поменять какое-то условие, да, там давно не заходил на сайт, давно не покупал. Или наоборот, клиент зашел на сайт, мы ему какое-то письмо сразу отправим. Оплата заказа, там что-то еще. Ну, давайте выберем вот этот сценарий, забытая корзина. Если больше дня у нас прошло с момента того, как клиент навалил товары в корзину, но не оформил заказ, то мы запускаем эту рассылку. Цель у нас этой рассылки какая? Ну, понятно, оплата заказа, да, мы хотим, чтобы он купил. И сейчас мы сможем отредактировать цепочку действий, цепочку писем, которые у нас будут отправляться. Итак, событие, запускающее рассылку. Забыли корзину. Через 0 минут после события, ну, событие у нас забыли корзину, случится через день, после того, как в корзину что-то положили и не купили. Так, через день у нас уйдет первое письмо. Первое письмо будет выглядеть так. Название нашего сайта, двоеточие, товары в забытой корзине. Вот что будет написано. Там: здравствуйте, вы успешно наполнили корзину желаемыми товарами, почему-то не оформили покупку. В корзине вас ждут. Здесь же лежит, сразу мы, да, автоматически уже стоит модуль «Малая корзина для почты». И клиент, который получит эту рассылку, он увидит те товары, которые у него в корзине лежат. Именно в его корзине, а не в корзине какого-то Васи Пупкина. Если мы это, на это письмо не отреагировал у нас никак клиент, то еще через день мы отправляем автоматически следующее письмо, где тоже написано, что товары вас все еще ждут, не забывайте, мы их отложили для вас. Естественно, этот текст мы можем изменить, если необходимо, сверну его. Если опять это у нас не получилось, то мы отправляем третье письмо. И уже в этом письме мы указали, например, что товары вас ждут, сегодня последний день, когда вы можете выкупить отложенные товары. В честь этого мы предлагаем вам беспрецедентную скидку. И как раз хлоп, ваш специальный скидочный купон. И опять же, сюда у нас закинули блок «Генерация купона на товары для почты». Да? И уходит это письмо. Ну, если купят, если цель достигнута, то здорово. Если не купят, ну, наверное, такого у нас уже клиента будет тяжело вернуть. Возможно, у него есть какие-то весомые причины, чтобы не покупать что-то у нас. Возможно, он вернется к нам снова через какое-то другое время. Но мы хотя бы попытались его вернуть. И, как я уже говорил, показывает практика, да, около половины пользователей реагируют на эти письма и возвращаются. Так, что еще? Про это мы поговорили, про обработку заказов поговорили, про адаптивный дизайн в первой части рассказывали. Веб-аналитика и Яндекс.Маркет. Ну, про веб-аналитику поговорю, наверное, уже в следующий раз. Про Яндекс.Маркет что хотелось бы сказать. Не получится прям вживую у меня показать, потому что у меня магазин, сами понимаете, не работающий. Но покажу, где это находится и как это настраивается. На самом деле достаточно просто. Раздел «Магазин», «Настройки», торговые платформы, и здесь мы можем настроить интеграцию с Яндексом, с Яндекс.Маркетом и с eBay. Ну вот как раз покупки на маркете, как выглядит настройка интеграции. Она у меня отключена, давайте ее включу. Так, пока она не включается. А, вот. Мне надо будет указать, естественно, у меня надо будет зарегистрироваться в Яндекс.Маркете, получить все необходимые идентификаторы, токены и прочее, логин. Всю эту информацию здесь надо будет заполнить и проставить статусы, чтобы они у нас синхронизировались, настройки заказа и так далее.
И, в принципе, все. На самом деле, если кому-то вот подробно, надо будет подробнее почитать, у нас есть здесь такая документация, есть обучающее видео, да, которое можно посмотреть, изучить это. Я поэтому не буду про это рассказывать, это есть в самом мастере. Надеюсь, никто не против. Так, ну на этом, наверное, у меня все. Давайте я быстренько сейчас посмотрю на вопросы. Так, смотрю. Ой, много вопросов. Давайте мы, наверное, следующим образом поступим. Я сейчас на эти вопросы поотвечаю вам в личке. Пока передам слово коллеге. И, если что, в конце его выступления какие-то вопросы тоже озвучу, да? Ну, такие самые интересные. Так, Александр, прошу прощения. Уже можно начинать. Я вижу, уже должно быть слышно. И, наверное, сейчас видно. Да. Хорошо слышно. Слышно и видно, передаю слово. Но сам спасибо тоже. Спасибо большое. Добрый день. Сегодня мы с вами поговорим мы рассмотрим более практические примеры. Давайте для начала плюсики, опять же, если хорошо слышно, и вы видите мой экран. Плохо слышно. Вот, замечательно. Постараемся говорить громче, чтобы было получше. Итак, давайте с вами начнем. Говорить мы с вами будем о продвижении интернет-магазина. Неважно, занимаетесь вы одеждой, обувью, либо у вас интернет-магазин какой-то другой тематики. Рассматривать с вами мы будем сегодня следующие аспекты. Чуть-чуть поговорим о мобильном приложении, потому что данный инструмент связан очень тесно именно с продажами, именно с продвижением, и постепенно начинает набирать обороты, а соответственно с него можно получать очень. С вами рассмотрим немного продвижения в социальных сетях, не будем углубляться в социальные сети, как они выглядят, статистика и так далее. Небольшой доклад. В то время, которое есть, я вам постараюсь дать какие-то практические советы, чтобы вы могли сегодня и сейчас пойти настроить, будь то она первая, либо скорректировать предыдущую и начать получать кейсов успешного продвижения, и вы, например, посмотрите, что и как работает. То есть сделать сайт – это хорошо, но дальше нам нужно зарабатывать. Мобильное приложение как инструмент продаж будущего. Если посмотреть на статистику прошлого года, которую заказывал Google исследование, мы можем с вами увидеть то, что 60% пользователей пользуются интернетом с мобильных устройств. Но более ключевой здесь показатель – это те 14%, которые уже сейчас выходит в интернет исключительно только с мобильных устройств. То есть эти люди не заходят практически в интернет с десктопных версий, с стационарных компьютеров, ноутбуков и так далее. Что же нам аналитики говорят о будущем? В будущем данный показатель у нас возрастет с 14% до 48%. То есть если простыми словами, мы с вами очень долго уже делаем сайты, но рынок ведет нас к тому, что сайты на компьютерах нам уже не нужны. Нам нужны либо адаптивные версии, либо какой-то другой инструмент, который будет позволять продавать нашим пользователям. Процент 48, и если мы посмотрим, что еще 40 при этом будут пользоваться интернетом, то есть рынок, российский рынок из 88% аудитории будет находиться именно в мобильном интернете. Еще более глобальное доказательство того, что рынок уходит в сторону мобильных приложений, это то, что сейчас объем рынка мобильных приложений составляет $132 миллиона. Если через 2 года
прогноз составляет 569 миллиардов долларов. То есть эти показатели с чем-то схожи в период появления, так скажем, на российском рынке сайта. Когда мы начинали с вами только создавать, когда появилось убеждение о том, что того, кого нет в интернете, у кого нет сайта, того нет в бизнесе и так далее, все примерно повторяется, но с другим инструментом. Что нам дает мобильное приложение? Почему продвижение? Потому что в первую очередь это работа с теми покупателями, которые у нас уже совершали заказ. То есть это получение повторных продаж. Другой инструмент настолько хорошо не позволит возвращать покупателя, продавать ему новые товары, рассказывать о ваших акциях, коммуницировать с ним. Следующий момент – это увеличение клиентской лояльности. То есть, как говорится, телефон, он всегда с нами. Мы просыпаемся, он у нас уже в руках. Это наше личное пространство, в котором мы храним все свои сообщения, все свои фотографии и так далее. Соответственно, если ваше приложение, ваш сайт, не знаю, даже так, есть закладка в телефоне, это значит, что вы вошли в личное пространство пользователя и можете легко с ним взаимодействовать, он к вам лоялен. Если же, опять же, есть мобильное приложение, то вы сможете легко увеличивать стоимость среднего чека. Это достигается различными маркетинговыми фишками, которые доступны на мобильном телефоне. Это индивидуально нужно смотреть. Средний чек гораздо выше. Ну и самое главное, это уменьшение бюджета на рекламу. Вам уже не придется тратить деньги на то, чтобы, во-первых, возвращать покупателей. Есть, конечно, база в контекст на рекламе, в социальных сетях и так далее. Когда мы возвращаем покупателя, который не совершил покупку, обратно на сайт. А когда у вас товары, новая коллекция, вам необходимо снова эти ваши базе клиентов показывать рекламное объявление, чтобы его возвращать на сайт. В то время как с помощью мобильного приложения это все делать не нужно. Это все бесплатно. Делать нужно, но это все бесплатно. А кто-то скажет, что разработка мобильного приложения это очень дорого. Ну, во-первых, если у вас уже есть интернет-магазин на Bittrex, то вы с легкостью сможете создать свое мобильное приложение, причем сразу для двух платформ, и для яблочного нашего продукта, и для Android, причем вместе с публикацией в Marketplace и Apple Store. И мы примерно посчитали по рынку, что разработка мобильного приложения обойдется вам всего около 15 тысяч рублей в месяц. Цифра – это с разбивкой на год. Цифра достаточно мала для рекламы в интернете. То есть, рассматривайте мобильное приложение не как сайт, который нужно потом заниматься, который нужно продвигать. Да, это все потребуется делать. Рассматривайте мобильное приложение как рынок, в который еще не вошло большое количество компаний. Когда-то к социальным сетям относились презрительно. Говорили то, что социальные сети не работают, они только для личного пространства, там невозможно продавать и так далее. Но и по практике, и по кейсам, и по опыту было продавать легче, не было конкуренции. То же самое говорили про Яндекс.Маркет, про контекстную рекламу. Сейчас Яндекс.Маркет и контекстная реклама, социальные сети настолько конкурентные инструменты рекламы, настолько появилось, во-первых, много специалистов, во-вторых, настолько много клиентов хотят себя там представлять, что стоимость продвижения, в то время как мобильных приложений еще среди e-commerce не так уж много. Ну давайте, без воды. Повторюсь, приложение нам дает увеличение клиентской лояльности, получение повторных продаж, рост среднего чека и уменьшение бюджета на рекламу. И вот это все вы получаете за 15 тысяч рублей в месяц. Словно говоря так. Вы спросите, как же рекламировать мобильное приложение. И здесь, в принципе, работает та же самая email-рассылка по базе клиентов, о которой Никита говорил в предыдущем докладе.
А если у вас есть базы, если есть клиенты, с которыми вы работали, может быть, откуда-то еще вы получили базу людей, которым будет интересна ваша продукция, вы можете сделать банально рассылку денег. У каждого в телефоне, я думаю, есть электронная почта, на которую он заходит и проверяет, и ему будет намного проще не переходить с мобильной почты в браузер, в телефоне, смотреть на ваш сайт и так далее, а просто одним кликом скачать приложение и авторизоваться в нем. Опять же, не забывайте о том, что у нас недавно вышел рекламируемый сейчас по телевидению Сбербанком Apple Pay, где вы можете с помощью обычного отпечатка пальцев оплатить любой заказ. Если раньше вам необходимо на сайте вводить номер банковской карты, какие-то цифры, потом подтверждать это смс и так далее, сейчас вы можете заставить пользователя скачать приложение. Женя, он положил необходимые товары в корзину, у вас одна кнопка. Хотите оплатить Apple Pay? Да, он к тому же iPhone, отпечатали пальцы, деньги списались, вы довольны, клиент доволен, уже отказывается платить. Очень много, опять же, возвращаясь к приложению. Следующий момент, как можно рекламировать мобильное приложение, это либо контекстная реклама на landing page в случае, если у вас нет интернета, то вы можете просто создать здесь, рисовать что-то сверх великое, сверх прекрасное за большие деньги, да, и создать простейшее приложение. Если, конечно, вы хотите что-то красивое, можно на самой простой редакции Bittrex Start создать обычный лендинг, одностраничный сайт, и на него запускать рекламу, призывая пользователей установить мобильное приложение, дабы они получат доступ к вашему каталогу, ну, может быть, еще какие-то плюшки. То есть я веду к тому, что если у вас нет сайта, задумайтесь о том, чтобы не делать сайт, а сделать сразу мобильное приложение. Вам будет это и выгоднее, и дешевле, но придется, конечно, немножко поразбираться, потому что рынок достаточно отличается. Но опять же, если у вас уже есть интернет-магазин, неважно, то готовое решение это либо какой-то уникальный проект, то вы, наверное, неоднократно видели, что заходя на сайт, особенно с мобильных устройств, вам вверху появлялась подсказка о том, что вы можете скачать наше мобильное приложение и получить более удобный способ получения информации о наших товарах, услугах и так далее. Соответственно, это добавляется очень легко и очень просто. И вы будете постепенно рекламировать свое приложение, уводя пользователей, которые заходят с мобильного телефона, уводя постоянных клиентов с вашего сайта, который открывается в браузере, название которого нужно запоминать и так далее, в мобильное приложение. Следующий момент, как можно рекламировать приложение, это социальные сети. Почему их я выделяю, почему решил сегодня даже о них больше рассказать, потому что это самый недорогой способ рекламы, за который, так скажем, надо платить. То есть по сравнению с контекстной рекламой, трафик социальных сетей можно получать за цифры, которые будут в десятки раз ниже, чем с той же контекстной рекламой. Соответственно, в социальных сетях сидят пользователи, которые любят читать ленту новостей, которые ведут там переписки, у которых есть достаточно времени, чтобы заниматься своим телефоном, скачивать приложение и сидеть в интернет-магазинах. Соответственно, с помощью простых инструментов таргетинга, посева, рекламы, хороший трафик, установок мобильного приложения. Ну и четвертый момент – это офлайн-реклама. С появлением интернета они все больше и больше забывают, рекламные агентства с наружной рекламой все больше и больше грустят, но как раз мобильные приложения в крупных городах, особенно в тех, в которых есть, к примеру, метро, Санкт-Петербург, Москва, очень хорошо рекламируют именно по офлайну. Вы едете в метро, ставьте 5-6, 30 минут времени у вас потрачено, перед вами рекламный, там, не знаю, баннер, рекламный плакат, на котором рассказано, что есть такая хороший интернет-магазин, пускай это будет там доставка, это магазин продуктов питания, либо новый магазин одежды, обуви и так далее. Вам заниматься в принципе нечем. Вы устанавливаете это приложение в телефон,
как правило, посмотрите по себе, как часто вы проводите чистку в вашем телефоне. Достаточно редко. Соответственно, это приложение уже на долгое время зациклилось у него в телефоне. Если вы сильно не будете назойливы и уведомления, то вы сможете до этого пользователя достучаться. И реклама в плане работать не хуже, чем те же социальные сети, либо контекст. Но опять же, здесь нужно очень четко подбирать ее и анализировать статистику, потому что если интернет-реклама позволяет нам очень хорошо посчитать уже конверсию, посчитать, сколько нам уходит стоимость одного лида, то в плане реклама будет немножко другой, и здесь придется, может быть, даже покупать отдельные номера телефона, отслеживать отдельную статистику, смотреть, насколько какая реклама, какой дает результат. В принципе, о мобильных приложениях все. А теперь перейдем с вами больше именно к социальным сетям, то, что для вас будет не то, что вы сможете делать сами. И побольше будет практических примеров. Если вы сидите в социальных сетях, то наверняка вы видели пару дней назад, ВКонтакте у нас праздновал 10 лет, они делали свои лендинговые страницы, на которых рассказывали, как вы провели все это время в социальных сетях, с кем дружили и так далее. И поэтому давайте именно о ВКонтакте поговорим, хотя не стоит ограничиваться только одной социальной сетью, потому что очень сильно развивается Инстаграм и хорошо подает на самом деле продукцию. Развивается в Москве, Санкт-Петербурге, в крупных городах Facebook, который имеет, наверное, в некотором моменте более интересные способы коммуникации с пользователем в плане настройки рекламы, преподнесения ее, и там чуть-чуть другая целевая аудитория состоит. Но мы с вами поговорим о нашем ВКонтакте и рассмотрим его более подробно. Если вы решили заняться социальными сетями и продвижением, то вам нужно быть готовым к следующему. Во-первых, наличие собственного времени. Очень плохое заключение, когда клиент говорит о том, что я хочу найти компанию, студию, не знаю, фрилансера, чтобы ему отдать социальные сети, контекстную рекламу, любой источник, который дает вам продажи, и он пускай занимает. Мне нужны только продажи. Я хочу зарабатывать. Это, конечно, все хорошо, но если вы не будете заниматься, если вы не будете понимать, что делается, как это делается, почему это делается, какие результаты дают, если вы не будете анализировать и сами этим в какой-то мере заниматься, то результата как такового не будет. То есть по практике те клиенты, которые усердно смотрят за показателями, которые постоянно предлагают какие-то акции, которые постоянно проводят какие-то конкурсы, которые очень быстро отвечают клиентам, которые в том числе обновляют какой-то контент, которые пытаются договариваться с компаньонами о взаиморекламе и так далее и тому подобное, и которые вообще смотрят за результатами. Они, как правило, в конечном итоге получают клиентов, и с ними работа строится на долгие-долгие периоды. Если же вы относитесь продвижение так, что мы отдадим, а вы нам дайте результат, в этом случае, как правило, показатели намного занижены, и у вас идет разочарование от социальных сетей, скажем вот так. Следующий момент – это готовность, чтобы ждать. Рынок SEO-продвижения постепенно умирает, и, наверное, уже он идет к концу, это говорят и статистические исследования, поэтому на замену ему, наверное, пришли именно социальные сети. Это то место, где результата нету, в отличие от контекстной рекламы, к примеру, сегодня и сейчас. Если вы будете рекламировать там собственное сообщество, в котором не было ни одного участника, то, соответственно, вероятность того, что у вас в первые месяцы будут продажи, будут заказы и тому подобное, мала. Соответственно, здесь необходимо времени для развития себя, во-первых, как бренда, а потом уже в следующем моменте времени, как компания, которая пытается что-то продать. Как правило, период, который требуется для продвижения
с выходом на самоокупаемость составляет от 3 месяцев. Опять же, все зависит от тематики, конкурентоспособности и так далее. Поэтому, если вы сегодня попробовали рекламу и у вас за неделю после ее запуска никто ничего не купил, не расстраивайтесь, а постепенно двигайтесь дальше, придет первый заказ, второй, третий, вы уже успокоитесь и поймете, насколько это эффективно. Ну и третий момент, к которому необходимо быть готовыми, это умение продавать. Какая проблематика встречается чаще всего? Когда вы приходите в компанию, опять же, там, фрилансер и так далее, и говорите, нам необходимо продвижение в социальных сетях. Мы, как правило, задаем вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы будете продавать? Кто будет обрабатывать звонки? Кто будет обрабатывать личные сообщения? Кто будет общаться с пользователями, подсказывать им, консультировать и так далее? Часто ответ, все будет хорошо, у нас есть либо менеджер, либо я буду каждый день заходить, буду отвечать и так далее. В большинстве случаев менеджеры либо уходят в отпуск, либо куда-то пропадают, сообщения остаются неотвеченными, а еще хуже, когда клиент спрашивает, скажите, пожалуйста, а у вас есть в наличии данный товар? И ему менеджер отвечает, да. То есть не здравствуйте, не скажите ваш номер телефона, я вас, может быть, проконсультирую по телефону. Да, есть ли у вас еще какие-то дополнительные вопросы? Да, из какого вы города? Вы просто для себя зайдите на лидеров рынка интернет-магазинов. Пример приведу официальный сайт Apple. И попробуйте пообщаться там с онлайн-консультантом и задать ему вопросы. Вы посмотрите, как с вами будут общаться, как вы с вами будут входить в диалог, как вас будут спрашивать, каким телефоном вы пользуетесь, какой модель, нравится вам, не нравится, какой цвет, с какого вы города и так далее. Вас затягивают в беседу. Это очень важный момент для повышения конверсии. Если вы считаете, что в социальной сети тот инструмент, где клиенту что-то очень сильно нужно, он вас нашел, и если ему надо, пускай покупает. Нет, в социальных сетях мы ищем с вами клиента, и мы им пытаемся продать наш продукт, рассказав, почему он нужен. Ни в коем случае не наоборот, контекстная реклама. Итак, если все-таки вот эти три пункта вас никак не напугали, вы понимаете, что вы готовы к этому, необходимо начинать продвижение. В первую очередь нужно, наверное, не совсем подходящее понятие, но необходимо сформировать свое позиционирование. Какая у вас цель от прихода в социальные сети? Если у вас интернет-магазин, ваша цель может быть как продажа, как многие говорят, конечно, цель каждой компании – это получение прибыли. Но можно получать результат не только предлагая купите и так далее, а рекламируя себя как бренд, рекламируя себя как компания, рекламируя себя и уже, между прочим, второй целью ставить именно продажу. Так, к примеру, может быть, магазин одежды, если прийти, продвигать, которая оказывает услуги нотариусу, соответственно. И позиционирование было выбрано таким образом, что это была группа, в которой происходили консультации по всем возможным вопросам. То есть у вас есть вопрос, связанный там, с недвижимостью, с заверением доверенностей, с какими-то еще прочими документами. Вы задавали свои вопросы, нотариус на них отвечал. Соответственно, вы задавали еще вопросы, выступали в дискуссию, и в итоге, когда вам приходилось оформлять какие-то документы и так далее, вы уже знали, в принципе, кому идти. То есть не было четкой цели только продавать. То есть вот наш номер телефона, если вам нужен нотариус, звоните. Еще из примеров на позиционирование это тюнинг грузовых авто. То есть достаточно такая, на первый взгляд, может показаться сложная тематика для продвижения в социальных сетях, но опять же, если позиционировать себя как клуб общения тех же дальнобойщиков, которым чаще всего необходимо именно тюнинговать свои грузовые авто, то вы получаете группу лояльных пользователей, которые потом совершают заказ. Поэтому здесь очень важно понять, что вы хотите. То есть можно заниматься системами видеонаблюдения,
как компания, которая существует. Потом к вам будут приходить заказы. Есть подходы, но здесь очень много желающих. Поэтому, если вы не будете выступать в роли эксперта, будут возникать именно сложности с обработкой клиента. Второй момент еще позиционирования стоит отметить, это форматы и способы рекламы. То есть, как в социальных сетях можно себя рекламировать. Это мы с вами рассмотрим в следующих слайдах. Там я более подробно на примере покажу с картинками. Соответственно, после того, как вы поняли вашу задачу, какая у вас цель все-таки от социальных сетей, стоит поработать с внешним видом. То есть не просто вставить какую-то картинку, не просто разместить какой-то там пост, опять же, с гугловской картинкой, написать несколько постов и так далее, а реально заняться оформлением сообщества, то есть и аватар, и новости, и посты, и контент, и так далее. Вот, к примеру, на слайде вы можете увидеть там, нашу группу, в которой, ну, не знаю, на мой взгляд, достаточно приятно находиться, где вы увидите и название компании, ее номер телефона, все аккуратно оформлено, использованы хэштеги, абзацы, отступы, картинка в стиле, пост в стиле, так скажем, компании, именно семинара. При переходе по ссылке вы переходите там на лендинг, на регистрацию и так далее. Все должно быть, по крайней мере, сделано аккуратно, а не просто так на скорую руку. И тоже оформление, если вы будете заказывать в интернете, оно не стоит дорого, 2-3 тысячи, и вы получаете хорошую группу, которая вам будет служить там, год-два, и вы можете смело не заморачиваться, даже не делать редизайн. Следующий момент, это после того, как вы делали внешний вид, это заниматься наполнением. Помимо рекламных новостей, в которых вы будете рассказывать о своих товарах, рассказывать о своих услугах, что вы продаете, то есть у нас новая коллекция одежды, вы можете приобрести в нашем магазине и так далее, вам необходимо заниматься также еще тематическими новостями, тематическим контентом, давать советы. В идеале, если вы будете даже в группе вести собственный блог, то есть проводить коммуникацию с пользователями, проводить какие-то конкурсы, задавать им вопросы, проводить опросы. И это нужно делать не очень редко, то есть не один пост в месяц. Желательно в идеале хотя бы по одному посту в день вам делать. И делать это не просто с интернета огромную статью на 10 абзацев, которые пользователь будет читать. Привлекайте к тому, что в интернете больше двух предложений пользователя не заинтересует. Поэтому, в принципе, у вас есть там, условно говоря, 128 символов, которые вам нужно передать ту информацию, которую вы хотите, чтобы пользователь прочитал, ознакомился и сделал какие-то выводы. Ну, к примеру, несколько вариантов постов. То есть они, если вы увидите, оформлены в какой-то единой концепции, они красивые, то есть, в принципе, с картинки мы уже понимаем, что о чем в данном посте рассказывается, он начинает заинтересовывать о содержании, о том, что написано в посте. В первом случае мы видим информацию, что будет такой-то семинар, буду выступать, условно говоря, я. И с правой стороны в виде то, что появилось там новое расписание в кинотеатре с 26 мая по 1 июня. Если вы хотите посмотреть расписание, посмотрите, куда в эти выходные пойти в кино, вы заинтересуетесь, перейдете по ссылке и сможете ознакомиться с расписанием. В левой стороне вы можете прочитать более подробно о семинаре, о тезисах, где он будет проходить. Ну и, соответственно, пройти регистрацию. Опять же, не забывайте про разбавление хэштегами, которые дают очень хороший процент трафика. Есть специальные хэштеги именно вашей компании, где пользователь сможет ходить, допустим, по новостям, связанным с семинарами именно вашей компании. Либо там, вы составляете какие-то акции, какие-то подборки, даже назовем их так, подборки товаров, подборки коллекций и так далее, новинки.
приходя по данному хэштегу, пользователь будет видеть все новости, связанные там, с данным брендом, с данной коллекцией, коллекцией с данными обновлениями. Дальше. Какие способы рекламы есть в социальной сети? Как все-таки привлекать пользователей? Все, что мы оформили, все, что мы с вами нарисовали, это все хорошо. Но без посетителей продаж не будет. Единственный рабочий инструмент и реально разрешенный в социальных сетях – это платная таргетированная реклама. Она бывает у нас двух форматов. Это рекламное объявление, которое вы видите в левой колонке под своим меню, там моя страница, мои новости и так далее, и, соответственно, рекламные записи, которые появляются в вашей ленте новостей, которые вы пролистываете. И через нее вы можете доносить до пользователя информацию о своей компании. Соответственно, таргетинг вы можете настраивать по ряду параметров от страны, от города проживания, даже до района, до станции метро. Можете ограничивать это все возрастом, семейным положением, есть дети, нет, женат, разведен и так далее. По различным интересам, чем пользователи ваши интересуются. Скажу вам так, вы можете даже привлекать ваше сообщество в социальных сетях, а новых вступивших участников в группы ваших конкурентов. То есть последних покупателей ваших конкурентов. И вы тем самым сможете перехватывать весь тот трафик, который есть в социальных сетях среди заинтересованных пользователей. То есть критериев выбора очень много, это, наверное, отдельная тема, как правильно подбирать целевую аудиторию, как находить пользователей, которым интересна ваша продукция. Все это можно отдельно, если будет интересно, пообщаться, задавать вопросы, есть инструменты, я вам потом покажу, расскажу и так далее. Но время у нас ограничено, поэтому давайте перейдем все-таки более к практике. Итак, никакие боты, никакие накрутки, никакие программы, так скажем, не работают, малоэффективны и запрещены. Если вы напишете техническую поддержку и спросите про любую программу, то они вам скажут, это все хорошо, но эта программа не является официальным продуктом ВКонтакте, и, соответственно, за ее злоупотребление, либо за использование ее, мы можем вас забанить. Такие случаи бывают, и про такие случаи не стоит забывать. Также еще один важный момент, это если вы продаете продукцию какого-либо бренда, но при этом у вас нет сертификатов и документов, которые разрешают вам продавать данную продукцию. То есть вы нарушаете авторские права. Не рекомендую заходить даже в социальные сети, потому что через полгода точно вашу группу заблокируют за нарушение авторских прав, и все, что вы делали, пойдет в коту под хвост. Поэтому, если вы действительно продаете незапрещенную продукцию, то есть не Dolce & Gabbana подделки, то можете смело идти в социальные сети. Итак, варианты рекламы – это таргетинг. Это вот вы можете увидеть на слайде в красном выделенном рамочке рекламное объявление в формате новостей. Либо это ретаргетинг, то есть это более точная аудитория, сейчас я про нее расскажу, и ее можете использовать не только в левой колонке в виде небольшого рекламного баннера, но еще создавать рекламные посты, то есть, как мы видим с вами, по центру фитнес-клуба Orange. То есть пользователь листает свою ленту своих друзей, и среди них появляется рекламная запись, которая говорит, что там акция на полгода, фитнес-клуб и таком-то. Если вас это заинтересовало, вы кликаете на данную группу, вступаете, звоните, заказываете и так далее. Еще одно преимущество ретаргетинга на таргетинг – это то, что вы можете установить простейший скрипт на ваш сайт, на ваш интернет-магазин, который будет собирать всех пользователей, которые заходили на ваш сайт. И тем самым вы сможете этим пользователям показывать рекламу, напоминать о вас. Допустим, человек хочет купить себе обувь, он выбирает среди множества интернет-магазинов. Он заходит на один, на второй, там, не знаю, на те же ломоды и так далее. После этого, если он зашел к вам на сайт,
вы начинаете ему постоянно показывать ту логу, либо просто логотип вашего магазина, где он был, о том, что вернитесь, вы забыли у нас купить. Вам нужна обувь, вы готовы к зиме и так далее. Вы побуждаете его, вы говорите о его проблематике. Если он ищет обувь, там зимнюю обувь, значит он не готов к зиме. И если он вообще ищет обувь, то вы прямо вырежете обувь. Он говорит да, когда он приходит, он снова попадает в ваш магазин. Во-первых, складывается ощущение серьезной компании, которая работает с клиентом. Во-вторых, он повторно заходит на ваш магазин. В-третьих, он, как правило, у вас покупает. То есть по статистике 30% пользователей, перешедших с ретаргетинга, тех, которые уже были на вашем сайте, все-таки совершают покупку и доходят до конца воронки продаж. Очень можно ее тонко настраивать, сейчас много нововведений, там появились всякие пиксели и так далее, вы можете чуть ли не по каждой странице понимать, где был пользователь, и если он заходил на страницу контакта, предлагать ему одни. Если он заходил на какой-то товар, вы можете предлагать ему только этот товар, какую-то категорию, только эту категорию и так далее. Следующий момент. Рекламу, как настраивать, я думаю, вы найдете в левом меню, у вас есть блок рекламы, там создать объявление и так далее. Проблем нет, в интернете об этом написано очень много. Но несколько секретов, которые вам позволят настроить эту рекламу и не слить бюджет. Потому что если вы пойдете по четким рекомендациям в социальной сети ВКонтакте и настроите все, как вас просят, то вы будете тратить очень много денег, и стоимость лида у вас будет достаточно высокая. Итак, когда вы доходите все-таки до рекламы, вы создали объявление, написали заголовок продающий, добавили картинку, вам предлагают выбрать, как вы будете оплачивать рекламу. Вы будете платить за переходы, то есть если пользователь нажал на рекламу, вы заплатили, либо за показы. С контекстной рекламы, конечно, привычнее, что это будет оплата за переходы. Но более эффективно в социальных сетях это оплата за показы. Переходы вам будут обходиться примерно по 5 рублей, по 5-10 рублей за один клик, что на самом деле является очень дорого. В то время как оплата за показы будет стоить для вас за один переход в вашу группу 1, 2, 3 рубля. По некоторым группам такие показатели были и по 50 копеек за одного перешедшего в группу. Сравните, опять же, если вы идете сейчас контекстную рекламу, сколько стоит у вас стоимость одного клика. Да, в социальных сетях конверсия немножко может быть меньше, чем с контекстной рекламы, но если смотреть во временном периоде, если сравнивать за месяц, как правило, социальные сети начинают порой даже выигрывать. Соответственно, рекламу вы настраиваете исключительно только по показам. Следующий момент – это обязательно ограничивайте, здесь ошибочка в слайде, ограничивайте до 100 показов на одного человека. Что это значит? Если вы одному пользователю показали ваше рекламное объявление 100 раз, и он на него не перешел, больше рекламное объявление ему показываться не будет. Тем самым вы начинаете экономить аудиторию, тем самым вы начинаете экономить бюджет и уделять больше времени тем пользователям, которым все-таки ваш продукт будет интересен. То есть не стоит забывать, что если покупатель выбирал себе новую рубашку белую, там на какое-то мероприятие, и, может быть, купил ее даже не у вас, зачем вам постоянно ему напоминать о том, что ему нужна рубашка. Может быть, она ему уже не нужна. Тем самым стоимость клика будет уменьшаться. Ну и третий важный момент именно по настройке рекламы – это стоимость рекламы за 1000 показов, коль мы с вами выбрали оплату за показы. ВКонтакте нам бы с вами рекомендовал, допустим, в той рекламной кампании, с которой ты вам скриншот поставить рекомендуемую цену в районе 7-8 рублей за 1000 показов. Это очень много. Вы можете смело рекомендуемую цену делить на 3-4 и ставить ту цифру, которая у вас получится. Можете ставить даже 1 рубль за 1000 показов. Сейчас, конечно, цены ВКонтакте немножко подросли, и за рубль будет меньше реклама крутиться, ну, рубль-полтора. Тем самым вы не будете переплачивать лишние деньги за необоснованные показы объявлений. То есть, да, если вы поставите 7 рублей за один клик, то ваше объявление будет показываться
абсолютно всей аудитории, и вы будете в приоритете. То есть у вас будет максимальный охват. Если же вы поставите 1 рубль, ваше объявление будет показываться практически той же аудитории, тот же будет объем показа, просто в более долгосрочной перспективе. Либо вы покажете всем за один день, либо вы покажете всем за неделю. Примерно как-то так. Опять же, это мы сейчас с вами говорим именно про таргетированную рекламу, это небольшие объявления, которые в левой колонке. Если говорить о рекламных записях, то там стоимость 1000 показов составляет около рекомендуемой цены около 100 рублей. Соответственно, вы можете смело ставить 30-40 рублей, и ваше объявление будет крутиться и давать результат. Следующий момент. После того, как вы запустили рекламную кампанию, обязательно нужно следить за показателями. Неважно, настраивали вы ее самостоятельно, либо настраивала вам ее какая-то компания, какой-то фрилансер. Как можно понять, работает объявление, либо не работает? Это по показателю CTR. Если он меньше 0,02%, соответственно, стоимость рекламы для вас дорогая, и данное объявление не работает. Либо работает очень плохо, и, как правило, стоимость лида будет настолько высокой, что вы не сможете рекламную кампанию оправдывать. На скриншоте, который видите на экране, я взял выборку наших рекламных кампаний за эту неделю, которая еще не закончилась, и, соответственно, мы можем с вами видеть примерно эти показатели. То есть, там, тюнинг, я вам говорил, очень хорошая конверсия, то есть, условно говоря, 350 рублей потрачено, а получено 500 переходов. То есть, если мы с вами посчитаем, то примерно 70 копеек за один клик. Ни один рекламный источник, который реально продает, не даст таких цифр. Всякие развлекательные центры и так далее. Есть показатели, которые дают меньшую конверсию, там интернет-магазин детских игрушек и так далее, потому что ими заполнен контакт, их продают все, кому не лень, потому что сильно заморачиваться не надо. А, опять же, там конверсия немного ниже. Но для вас ключевой показатель – 0,02%. Следующий момент – это типы объявлений. Когда вы будете выбирать объявление, которое использовать для своей рекламы, у вас будет несколько вариантов. Это изображение плюс текст, большое изображение, эксклюзивный формат, либо продвижение сообщества. Они каждый день меняются, поэтому названия их могут быть уже в рекламном кабинете немного другие. Для вас рекомендую в приоритете использовать изображение плюс текст и большое изображение, потому что стоимость их гораздо ниже и результат намного выше. Эксклюзивные форматы – это единственное преимущество его, то, что на странице будет показываться не два объявления, а одно. То есть вы не конкурируете с другими, в принципе, объявлениями, и редко, когда они будут взаимоисключать друг друга, и там будут ваши конкуренты. Поэтому эффективность использования невысока. Продвижение сообществ подходит только если вы рекламируете какую-то медийную личность, каких-то артистов, какие-то передачи и так далее. Соответственно, выбирайте какое-то из двух предложенных изображений. Опять же, эту презентацию мы выложим на лендинге, делаем рассылочку, вы сможете потом это еще посмотреть и применить для себя. И последний момент, о котором стоит сказать, это корректировка. То есть рекламное объявление в социальных сетях не живет долго. Если вы думаете, что вы настроили сегодня и теперь оно будет на вас работать года, нет. Вам необходимо постоянно корректировать, смотреть на результат, и объявление имеет такую особенно, что чем больше оно крутится по одной и той же аудитории без обновления, тем хуже результаты постепенно наступают. Поэтому хотя бы раз в неделю вы должны проводить аналитику, улучшились у вас показатели, либо уменьшились. Из простейших рекомендаций, которые позволят вам, опять же, сэкономить бюджет и получать результат. Если вы видите, что у вас мало кликов, либо стоимость кликов слишком высокая, опять же, берите за какой-то показатель результативности стоимость клика в районе 5 рублей. Если у вас дороже, то что-то нужно менять. Это либо менять заголовок, либо изображение рекламного объявления. Если же у вас люди плохо вступают в группу,
то видите то, что переходит очень много, а вступлений очень мало, то вам необходимо что-то менять в группе. То есть при заходе в группу у человека примерно есть у пользователя 5-10 секунд на то, чтобы принять решение, интересно ему или нет, закрыть вкладку, либо остаться в ней. Соответственно, что-то не так. Если вы продаете новую, рекламируете новую коллекцию вашей одежды, то закрепленная новость в вашей группе должна быть информация о данной коллекции с переходом в нее, чтобы посмотреть ассортимент. Если же у вас там идет какой-то конкурс, какая-то акция, то пользователь зашел и не понял, зачем его говорили о коллекции, он зашел здесь какой-то конкурс, в котором там предлагают какой-то сертификат на скидку, ему это будет неинтересно. Поэтому группа постоянно должна адаптироваться под рекламную кампанию. Ну, либо второй вариант, если не вступает, значит, вы настроили немножко неверную аудиторию. То есть этим людям неинтересно состоять в вашей группе и неинтересен ваш продукт. Соответственно, что-то нужно менять. Ну, а по факту, если все же плохо вступает, иногда можно сказать так, забей. Потому что ключевой момент – это не просто растить базу людей, что у вас чем больше людей, тем будет лучше, а получать продажи. То есть оценивайте компанию не по количеству вступивших, а именно по количеству лидов. Это сообщения сообщества, это звонки, это достижение цели в вашем интернет-магазине. И вы будете посмотреть, успешная компания или нет. Потому что не обязательно, если я купил какой-то у вас продукт, там, не знаю, какую-то пару обуви, кроссовки, либо костюм себе на мероприятие, что я должен стоять в вашей группе. Опять же, это хорошо касается, допустим, костюмов. Мне он на следующее мероприятие нужен, я приехал, зашел в ваш интернет-магазин, нашел, заказал, купил. Следующий костюм мне понравится года через 2-3, я не вижу вообще смысла вступать. Некоторые пользователи забывают просто-напросто вступать. Соответственно, тут либо вам работать с ними и постоянно напоминать в тех же email-рассылках, в каких-то уведомлениях и так далее, либо просто на это правда забить и вам со всего этого зарабатывать. Так, дальше. Это все были слова, это все были примеры, но нам необходимо с вами будет рассмотреть несколько успешных кейсов, чтобы вы на цифрах, на примерах увидели, как это работает. Но давайте предварительно, если есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Сейчас попробуем найти. Если что, пишите, задавайте все, что короткое или не длинное, я постараюсь вам рассказать. Баннеры в соцсетях вести на сайт или в группы. Есть кейс, опять же, в конце будет электронная почта, напишите на нее нам, мы вам скинем, в которой рассказан пример, когда рекламная кампания настраивалась и на группу, и на сайт. И даже сейчас будет один из кейсов, в котором можно посмотреть эту динамику. Когда человек заходит к вам в группу, и его задача, во-первых, разобраться, что вы продаете, чем вы занимаетесь, второе, в нее вступить, в-третьих, перейти потом, если момент, где у вас будет совершаться продажа, где будет момент конвертации пользователя в лида происходить на сайте, то увести его на сайте он должен разобраться и совершить какое-то действие. Цепочка действий между объявлением и сайтом очень большая. Поэтому если это семинар, если это какое-то мероприятие, например, проще всего рекламную кампанию, минуя группу, вести сразу на сайт. Если у вас какая-то акция, там 25 ноября по всей России, я не знаю, Черная пятница, можете к ней готовиться. Соответственно, если это Черная пятница, у вас есть один день, какая группа, про чем? Конечно, вы делаете рекламную кампанию на скидке до 90%, Черная пятница, бла-бла-бла. И уводите пользователя на прямую на сайт, где об этом рассказывают, минуя группу. Иногда это эффективно. Все-таки цель группы – это собирать аудиторию, которая в перспективе заинтересуется вашим товаром. Очень много случаев, когда там, полгода никто не покупал, никто не писал, а потом, допустим, к Новому году нахлынула пора вопросов. То есть аудитория ждет сегодня и сейчас, допустим, одежда никому не нужна, но девушке интересно, там какое-то платье у вас понравилось, ну сейчас осень. Она дождется, у вас появится новая коллекция, она ей, допустим, понравится из новой коллекции, она его у вас купит. То есть примерно как-то так.
Так. Материалы по вебинару будет на почту. Все, мы отправим даже свою презентацию, и запись будет, вы сможете это посмотреть и увидеть. А, так, вот тут все остальные вопросы где-то касались про сайта. Никита ведет, походу, очень бодную переписку. Поэтому давайте с вами пойдем дальше. А, успешные кейсы именно продаж в социальных сетях. И первый кейс, о котором хотелось бы рассказать, это группы союза покупателей, то есть совместные покупки. Довелось продвигать эти группы в двух городах сразу, Томск и Туле, плюс параллельно мы сейчас уже ведем еще несколько групп из других городов России. Соответственно, целью являлось осведомить пользователя о том, что есть такой сервис, где вы можете собраться все вместе, заказать какую-то партию товара, вещей по небольшой цене от поставщиков, тем самым получив скидку. То есть, условно говоря, продажа. Взаимодействие происходило как в группе через обсуждение, где создавалось обсуждение под каждую, так скажем, закупку, либо на сайте для постоянных пользователей, где вы могли зарегистрироваться и вести всю беседу там. Ну и, соответственно, вторая задача была новых участников закупок, не только чтобы все узнали, но еще принимали в этом участие. Продвигали мы эти сообщества оба на протяжении полутора лет. Вначале стандартная картина для большинства тех, кто начинает только работать с социальными сетями, это отсутствие участников сообщества. То есть работать было не с кем, все, что у нас было, это те, кто сегодня и сейчас работают с текущими клиентами. Не забываем о том, что социальные сети не хуже сайтов продвигаются в поисковых системах. Иногда бывает так, что группа социальной сети вашего интернет-магазина может оказаться выше вашего сайта. И это неплохо, это дает очень хороший трафик. Опять же, если вы правильно будете подбирать ключевые запросы, если у вас будет интересный контент, если у вас будет активность пользователей, если у вас будет расти постоянная аудитория, то достаточно большой процент перехода вы будете получать из поисковых систем, на которые, в принципе, вам не нужно покупать ссылки, продвигать и так далее, тратить какие-то ресурсы. Всего лишь навсего нужно заполнить, условно говоря, три поля. Опять же, по кейсу мы видим то, что в группу совместно покупок Томска вступило, переходило 15% от всех пользователей именно с поисковых систем. В другую группу из Тулы данный показатель составлял 11%. Следующий момент – это мы использовали в продвижении виджет контакта. У контакта есть виджет не только сообщества, а сейчас у них появилась возможность онлайн-консультанта через социальную сеть ВКонтакте, как Jiva сайт у многих стоит. Вы устанавливаете значок контакта, пользователь, как правило, авторизован под своей учетной записью, ведет переписку со своих личных сообщений, а ваш оператор отвечает через сообщение сообщества. Для пользователя это намного удобнее, и одним из больших преимуществ будет являться то, что когда я напишу как покупатель ваш интернет-магазин через онлайн-консультант, беседа с вами сохранится в моих диалогах. Личные сообщения мы посвящаем в социальных сетях практически каждый день, проверяя, кто нам что написал. Соответственно, человек всегда будет видеть переписку с вашим магазином, всегда может к ней вернуться, всегда может снова написать. То есть всю историю вашей переписки, записи он видит и может легко вернуться к обсуждению покупки, либо каких-то вопросов касаемо ваших услуг. Следующий момент, вот виджет, если вы его установите на сайт, вы будете получать большой процент пользователей, переходящих в группу и вступающих в эту группу. То есть сейчас к вам заходят пользователи на сайт. Они заходят и уходят, и вы их теряете. Ваша задача, чтобы если он все-таки не купил, не заказал у вас что-то сегодня и сейчас, сделать так, чтобы он остался где-то в вашей клиентской базе. Да, можно его возвращать ретаргетингом, но за это нужно платить. Поэтому всего лишь навсего разместите виджет, все возможные виджеты, которые есть в ВКонтакте, около 4-5 штук. И ваши пользователи будут приходить к вам в группу, вступать,
и это будет работать по принципу мобильного приложения. Вы всегда сможете с ними коммуницировать, вы всегда можете отправлять им сообщения, они будут видеть ленту ваших новостей. В любой момент могут при необходимости вам написать, и, соответственно, в итоге обычного участника группы в лида. Стоит не забывать, что размещать виджет нужно не где-то в футере сайта, как любят многие делать, потому что больше он никуда не вписывается. Например, внизу сделать маленькую иконочку ВКонтакте, переходите к нам. Нет, виджет должен быть на видном месте. Он должен желательно даже находиться в первом, максимум втором экране, желательно на всех страницах сайта. Если это позволяет ваш дизайн, ваша структура, обязательно это сделайте. Опять же, как было на слайде выше, в группе Тулы мы получили 27% от всех переходов именно с сайта за счет того, что виджет у нас находился вверху. А в другой группе клиент не захотел располагать виджет вверху, он сказал, то, что у меня там нет места, у меня там баннеры, акции и тому подобное. Процент переходов составил 6%. Разница на самом деле колоссальная, потом вы в итоге в результатах это все увидите. Соответственно, была настроена под эту тематику рекламная кампания, обычный таргетинг. Настраивалась она на аудитории, которая представлена на слайде. То есть это мама, покупающая вещи для себя и для детей, это женщины, которые любят покупать в зарубежных интернет-магазинах, но так как дорогая там, авиадоставка посредников, проще покупать все вместе, стоимость доставки уменьшается в разы. Это на активных друзей участников группы, то есть если человек уже участвует в совместных покупках, да, он может рассказать своей подруге о том, как он выгодно покупает, но иногда мы не любим делиться о том, что мы где-то сэкономили, такое тоже бывает, поэтому мы этим людям, его друзьям показываем о том, что у вас группа состоит в данном сообществе, а может и вам стоит присоединиться. Ну и, соответственно, активных участников групп города. То есть, если человек состоит в группе там, «Я из Тулы» и ведет там активный образ жизни, то есть постоянно комментирует, пишет сообщения, выкладывает свои новости, либо ведет собственную группу, то он активный пользователь социальной сети. Данная аудитория очень хорошо работает, она, кстати, была наиболее эффективна. Результат продвижения в течение этих полутора лет, средняя стоимость перехода по объявлению составила от 2,5 рублей за клик до 3,5 рублей. То есть наиболее эффективная рекламная кампания была по активным аудиториям групп, где состояла наша целевая аудитория. Соответственно, вы видите, что стоимость средняя между двумя компаниями 3 рубля за клик, это очень маленькая цифра для, в принципе, рекламы в интернете. В итоге за вот эти полтора года работы в группу «Стул» вступило 6 тысяч участников. Ну, в том тоже примерно, то есть показатели не сильно отличались. Если посмотреть на общую аудиторию по Томску с выборкой, по полу, по возрасту, по демографии, географии, именно по нашей целевой аудитории, мы охватили около 50% всей аудитории потенциальной, которая могла бы состоять в нашем сообществе и подходила под портрет конечного покупателя. Ну и, соответственно, привлекались новые участники совместных покупок, и 18 месяцев совместной работы говорит о том, что компания, в принципе, была успешна. Второй кейс, который, наверное, менее связан с тематикой одежды, но в нем больше есть цифр, на которые можно, о которых можно рассказать. Конечно, в покупках мы не можем вам все рассказать, какие-то конверсии и так далее, а здесь можно. Задача была, вообще предметом продвижения был объектом. Магазин профессионального оборудования для маникюра и педикюра. В какой-то степени можно эту тематику отнести к B2B с большим натягом, но можно. И показать то, что в социальных сетях продается все, что угодно. Соответственно, задача была первая, это просто создать представительство интернет-магазина в социальной сети ВКонтакте, потому что магазин очень хорошо развивается, имеет хорошую конверсию, он хорошо продает. Соответственно, социальные сети – это был новый шажок вперед, и постепенно ее необходимо было развивать. А уже во вторую очередь была задача получения лидов именно из социальной сети ВКонтакте. Соответственно, показатели будут за 5 месяцев работы с данным сообществом и на начало
стандартно, все как всегда, 0 участников на начало продвижения. Какой результат, в принципе, был получен? То есть, если пройти все, что мы с вами говорили, как это настраивать, оптимизация и так далее, то переходы из социальных сетей среди всех источников рекламы составляли, из всех источников трафика, составляло 6%. Да, это показатель был, наверное, не самый высокий, то есть даже контекстная реклама давала 14% трафика, поисковую систему 16% и так далее. Но вопрос конверсии. Если вы увидите данный слайд, что конверсия социальных сетей составляла 8%. 8% пользователей достигали цели, в данном случае мы говорим о цели достижения корзины, то есть пользователь положил какой-то товар в корзину. В то время как средняя конверсия по магазину вообще постоянные покупатели, те, которые приходили по рекламе и так далее, составлял 10%. Но обратите внимание, выше мы с вами сравнивали, что переход по рекламе был примерно 2,5 раза выше, но при этом конверсия, контекстная реклама была в 2,5 раза ниже, чем у социальных сетей. Соответственно, за 5 месяцев продвижения у нас сформировалась примерно вот такая воронка, в которой было совершено в интернет-магазине из группы 3,5 примерно тысячи визитов, 9% из этих пользователей переходили в корзину, либо клали товар какой-то в корзину. Конверсии именно оформления заказа и подтверждения, конечно, здесь округление, там, где-то 2,1%, где-то 1,9% и так далее, составило 2%. То есть 2% пользователей приобретали товар. По сравнению с другими источниками рекламы, данная конверсия колеблется где-то в середине. То есть она не самая максимальная, но при этом не самая минимальная. Соответственно, в итоге в группе состоит на сегодняшний день, по-моему, около 2000 участников. Каждый день там кто-то пишет сообщения, появляются лиды, постоянно оформляют заказы. И даже вот в таком сегменте, где прям узкая аудитория только профессионалам, то есть это оборудование не предназначено для девушек, которые хотят дома самостоятельно делать себе маникюр, оно предназначено для профессионалов. Реально работает. Поэтому что говорить там про обычный e-commerce, электроника, одежда, обувь и так далее. Все это с большим успехом продается в социальных сетях. Вот примерно все, что я вам хотел рассказать за то время, которое было отведено. Если какие-то моменты, вопросы у вас останутся после доклада, вы хотите более подробно пообщаться по ним, вы можете либо позвонить по телефону, нашему звонку бесплатный, неважно откуда вы, либо написать электронную почту, и мы с вами более детально пообщаемся по данному докладу. Никита, возвращаю слово. Да, хорошо, все, спасибо большое. По-моему, чудесный вебинар у нас получился. Кому не успел ответить в личку, в чатике там отвечу по почте, но вроде как на все вопросы смог ответить. Записи обязательно разошлем и будут доступны. Ну и запись на выходные, чтобы выходные присмотрел. Да, я сейчас конвертирую, и сегодня уже запись, я думаю, будет размещена на нашем канале в Ютубе. И также мы выложим наш контент-менеджер, ссылочку на страничке, я думаю, сегодня добавят. И через неделю жду вас в четверг на третьей, на заключительной части этих вебинаров. Если есть желание, можете писать свои вопросы. У меня адрес очень простой, nikita1@bitrix.ru. Рассмотрим что-то поподробнее. На этом все. Спасибо, всего хорошего.